Всем привет! На объекте возникла вот такая проблема. Появились трещины на стенах, которые нужно отремонтировать настолько, насколько позволяют обстоятельства. А обстоятельства таковы. Стены оштукатурены, правда, не все. Армопояса вылиты. В общем, дом находится на этапе отделки, а не на этапе возведения. Но обо всем по порядку. Трещина появилась как в стене из газоблока, так и из керамоблока. Как рассказал заказчик, строили не мы, мы только штукатурили. В эти стены не закладывалась арматура между рядами, и они не связывались армопоясами, аргументируя это тем, что стены не несущие, ну и экономия. Думаю, это одна из причин возникновения трещин. Дом был возведен в 21 году. Штукатурить стены мы начали в начале 22-го. Затем началась война, объект заморозился, неподалеку было несколько прилетов от орков, так что дому, можно сказать, повезло. Это, вероятно, тоже повлияло на трещины. В ноябре объект разморозили и, собственно, увидели эти трещины, с которыми решено было побороться. Так как финишное покрытие стен планируется декоративной штукатуркой, была бы плитка или даже обои, на это можно было бы закрыть глаза. Итак, как я говорил ранее, стены уже оштукатурены, поэтому я убираю сначала штукатурку, а затем углубляюсь и в саму трещину. Она, если что, сквозная. А после демонтажа грунтую. Более-неволее добираюсь до железобетонных перемычек над дверью. Качество бетона в них оставляет желать лучшего. Далее обвязываю арматурой арматуру, которая была в перемычке, пропускаю ее через всю трещину, а верхние края загибаю и вывожу наверх кладки, надеясь таким образом распределить нагрузку перемычки на большую площадь стены. Подобным образом поступаю и с керамоблоком. Укладываю по два стержня арматуры, после чего использую клей для плитки и закидываю впадину. Клей обнимает арматуру и липнет к стенкам трещины. Далее наношу небольшой слой смеси по плоскости и вкладываю оцинкованную сетку, выхожу на уровень стен, делая все это одним слоем клея. На следующий день убираю излишки по плоскости и наношу гипсовую штукатурку, чтобы соответствовать остальным стенам. Таким образом я глубоко подошел к этому вопросу и надеюсь, что это даст положительный результат и трещина снова не образуется на этом месте. Всем спасибо за внимание, пока!